Согласно представленным в отчете данным, к концу 2020 года кредиторская задолженность предприятия превышала 459 миллионов леев. Задолженность по зарплатам – 35,5 миллионов. Сложная финансовая ситуация стала следствием плохого управления в предыдущие годы, а также снижение количества грузоперевозок из-за пандемии. Члены парламентской комиссии по экономике настаивают на предоставлении конкретного плана действий по выходу из кризиса. Он должен содержать реальные решения для улучшения ситуации. В первую очередь, немедленную выплату задолженности по зарплатам. На предприятии «Железная дорога Молдовы» работают 6800 человек.